Огня Джохи, Шанан отошли, все остальные ребята, пожалуйста, не авкашьте. Это самое, сдаем квест, идемте на лед. Идемте убьем сложнейших боссов, а потом мы оставимся изи мод, наконец. Квест, забыл про него. Да, квест сдавайте. ДЦшница начал собирать рейд до нас, еще задолго, и все еще собирает. Это тот, который с зарплатой. Хорошо, этот лень, хорошо. Лень тоже может идти. Ну, ребята, все, я отпустил троих. Больше там, ну, не щемитесь. Давайте этот, кто там, Огнеожог, Лазупанк, Скинс, давайте двигайтесь сюда, ребята, будем бить трэш. Милизону, ну, старайтесь не становиться, старайтесь не срывать трэш. Там гильдии анти кидал плюсик. Киньте шкаф, где я не вижу, а, вижу. Ставим шкаф, лок, шкафани, пожалуйста. Когда 20 сек, сейчас все будет, короче, подожди. Там, ты помнишь, эти ж полководцы крутятся, короче. Ну-ну, да я шарю, пацаны, все нормально. Не, я типа напоминаю просто, мало. Да, я, кстати, если будет, короче, у кого-то желание, завтра вечером тоже еще будет время у меня немножко, я соберу тоже рейд, если никто не против, конечно. Ну, не знаю, где-то так, как сегодня, там, часиков. Ну да, где-то в это время, я не знаю точно. Нажмите на Сумон. Вот, все. WhatsApp Сумон тебе отправил. Давайте начинаем бить трек. Это Протопал, я на 2 минутки отошел сейчас. А, блин, Протопал, 2 минуты, ну, ты сказал именно тупо, когда я спулил. Есть у кого танк аспект, пацаны? У кого танк аспект? Плюсаните, пожалуйста. Медведем могу подержать. Давай медведем, что нормально будет. Давай медведем, не первым. Мне главное, чтобы этот самый. Только Крикса ресните сейчас. Войт, слышишь? У меня к тебе будет просьба, покомандуешь на вали 3, хорошо? Я сейчас, ну, трэш по, ну, трэш протанчу, а ты на вальке покомандуй, хорошо? Я там отойду на минуту. Да, ребята, играйте все в звездочку, хорошо? Играйте тупо все в звезду. О, молодцы, милики, молодцы, отлично. Они агрятся сейчас, это никто их не сагрил. Они нет. Сами идут. Играйте опять в звездочку, ребята, опять в звезду играйте. В звезду сыграйте, пожалуйста. Милизону хильте хорошо, хилы. Вот этот ДК Мервинд. Ты с нами, нет? Но он ничего не писал. Ну ладно. Играйте в звездочку, ребята. Сыграйте в звездочку. Захиливайте рейд, хильте рейд. Но я ресницу сейчас сразу. Резайте ноги быстрее, не агрите, пока не лезьте. Не лезьте вперед, там, блядь, гребаный крок. Резайте ноги быстрее. У кого нет боя, резайте ноги.
А там все на Крока согрятся. Я знаю, что не на Крока согрятся. Вытягивай по одному и бейте его, а я буду бить. Так, тихо, тихо, тихо. Вот так вот, играйте в звезду, быстро. Сыграли в звезду все. Звезду бьете, может, что-то там. О, хильте. Ну не лезьте там, милики, отойдите, чтобы не умирать. Утроба, хильте. Играйте точечно, так чтобы ну, вас не рисать по миллион раз, не ребафать. Это все куча времени. Короче, этот утроб, ты оттанчишь валькиру вот эту, ну, что сверху, как МТ, хорошо? Угу. Там, ребята, дадите на пул протопал, я отойду там на минутку. А то, ну, я весь рейд, заметьте, все время отпускаю, а сам еще не отходил. А может перерывчик? Не-не, да сейчас убьем, короче, этот ЦЛК и сделаем перерыв на всю ночь. Вот это правильно. Лестните анти сейчас. Как добьем трэш, анти лестните просто. Что так, Войд? Команду. Войд, кинь лапу. Вот команду руни парадом, короче, мы верим, топ-РЛ. Хоть кинь лапу, или какой-либо друид. Да потом бафну. Еще могут. Надо АДК искать. На опыты. Ну, что-то офнулся уже долгое время. Я не офнулся, я написал, у меня вылетело. А-а-а. У тебя что-то с микрофоном стало. А так? Ох, нормально. Отлично. Бегайтесь в хилу. Антихолик, да? Да. Там должно было быть чуть-чуть иначе. Что? Макгрегор, а ты кем в рейде? Рыбу вставлю. Я никем. Есть и рыбу. Значит, на вальке будут два шамана. Шанан, ты можешь быть? Блять, его нету в РК. Это анти, два шамана. Тару, есть хил у тебя? Я спекнулся уже. Ага. Так, на вальке полетаешь? Да. Я с задувалом на рейде. Так, а прист кто у нас? Холик или кто? ДЦ он. Задувал. Кстати, я что-то бахаю? Кулаки ты. Троп каски, антикулаки давай, а этот. Крик, кресты. Давай это задувал, тоже полетай в порталах, слышишь? Окей. Угу. Я похилю с ДЦ рейд. Давайте чек на пол. Все есть у вас. Так, а так как Каноп отошел, у троп второй танк кто есть? У кого танк? Я танк. А, ты. Ну ты говори, я просто не могу разговаривать сейчас. А, все понял. Ну давайте начинаем.
Значит, вылетать будете за звездочкой, это анти. Говори им, в голове или хвосту слетаться, в зависимости от портала. Вот. Вы находите в портал звездочку и летите за ним. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Я пока не могу ничего не сказать. Это заклинание еще никакого. Разбирайте порталы свои. Два хила у одного портала не стоит. С портала никто не встает. Портал. За звездочкой. Толстый идет для танка. Приготовьтесь подавление бить. Слева сверху, справа сверху. ДД на подавление. Ушли от Толстого. Ушли на подавление. Завали собираемся. К хвосту будете слетаться, там за звездочкой. Не стойте, не бейте, ребята, за боссом, короче, это трэш. Ну это лестница Моровинда там. Не бейте сзади. Моровинд, ты тут? Напиши в рейд. Да, я тут. Вставай. Не умирай как-то. Силы возвращаются ко мне. Короче, собирайте как хотите порталы. Сейчас после этих порталов захилим. Под мордой у большого не стойте. Все, сейчас раздавайте. Давайте Геру. Геру, 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 поехали. Че вы там, давайте. Первая пати, винил так, гид. Так, вторая пати, выбирай вальк и нажимай гимн на хп. Прист, накс, заз. Гимн на хп, не вижу, божественный гимн, ты здесь? Не здесь. Третья пати, гимн на хп, читай, прист. Этот мах, короче, извини, это мой слаг, я, короче, как раз бутерброд хавал, когда тебя убило, бля. Останусь пятым хилом, остальные все в ДД. Вальку, ой, Синдру, думаю, надо будет пятый хил. Да, сейчас все будет. А, и кстати, сейчас на трэше отойду случайно. Ральки шлем. Ай, может холика соберу. А ты точно оденешь вот этого шлема, да? Ну, у меня там, я не помню, я там скидываю этот шмот на холик и себе в банк. Там уже что-то есть. Но вряд ли, на самом деле. Энку ресники. Джушка ресница.
Меня можете сумануть, пацаны. Войт, Тару и кто еще там один просился отойти. Все остальные бейте трэш. Ловите дракончика. Это сам слышишь, васап, похилишь на этом. Там воет остался. Да, ну хорошо. Поставь, он у нас единственная сова. Ну да, если честно, короче, ты спектр скорупал, а он пускает сову. Потому что не, ну, шаманы неопытные. Хотя больше профита будет. Я буду уверен, что танки не попадают. Ой. Поставь вот. Каждый сам за себя, здесь БУЕшки падают иногда. Да, на, держите. Я просто не лутаю, короче. Знаешь. Если честно, я и боссов забываю лутануть, короче, и изредка. Кстати, вы, ну, очень хороший рейд получился. Ну, скажу, ну, самое сложное мы уже сделали. Мы убили профающий с первого трая, так что... Леди тоже с первого трая нормально. Ну, типа, а леди это вообще, ну, не показать это, блядь. Ну, вот проф, типа... Проф там могут быть истечения обстоятельств, так что, типа, этот самый... Потом можно вайпнуться. Больше здесь нет таких боссов. Давайте последний трэш раздамажим быстренько. Завешивайте его скорее. Все, давайте, ребята, выходим из АФК. Кто там стоит? Нектарин, Шанан, Крикс, Войт. Пацаны, выходим с АФК. Теперь вот здесь нету трэша вот этого, да? Уже убили. Мы его убили.
Ну, типа его сейчас ханты, короче, в комнату туда приводят. Там... Я понял. Давайте дамажим. Поднимитесь сюда. Поднимитесь наверх, захильте сейчас хорошенько рейд. Все, кто там этот, приходим с АФК, а то вы сейчас умрете. Я буду нервничать, не надо этого. Вот, спекайся обратно в сову, слышишь? Вот. Прием, Чечня. Да, да, слышу. А чё, Чечня крут. А кто будет хилить? Будет васап хилить, потому что шаманы неопытные, понял? Я хочу, чтобы танки плотно стояли. Давайте, схилим рейд, захилим рейд. Да, ну хорошо, зайка. Как это? Ну шикарный прикол. Плюшечку. Тот самый, так, это, одевай фрус-резист. Так. Этот самый. Давайте, чек на баф и чек на пул. Освобожденку не стакать, кто будет стакать, я вас кикну во время боя. Сразу. Я не посмотрю, гильдии вы вынесли, не вынесли. Не поскольку, вообще не стакайте освобожденку. Рыбу ставлю. Ставьте рыбу, кушайте рыбу, быстрее, ребята. Лут стоит там у тебя? Кто там? Ты чё, ты... Да, лут поставь, не лут. Чек на баф и чек на пул. Огни ожог, чего не хватает? А рыбу еле нашел. Уже кушаем, можно запускать. Да, ну все, начинаем. Пул. Захиливайте рейд. От бомб не умираем, тоже смотрим внимательно. Я буду, ну, дублировать. На меня хороший напул. Поскольку просто резист. Давайте дамажим. Нектарин 6 стаков. Нахаз, ты сейчас уйдешь отсюда. Нахаз, пока. Поднимай, Вань. Не понимаю, Тару, дай БР ДЦ Престу, Энка, Уивер, не стакать. Тару, о, на мне метка, вынесли метки. Я заберу. Подбиваем лепы до пол хп, дальше не бьем, дальше подъедят доты. Бейте кровавый левый. Крайний. 8 стаков, ну хлопни по рейду. Бахните лоб. Разбили глыбу. Блин, Тру, как? Разбейте, ну, мой скреп. Как Тру умер? Задувал, дай БР Тру. Задувал, дай БР Тару. Я уже леснул. Тару, вставай. Вставай, Тару. Ну, пристань, не стакать, я же просил, как у людей, сука, или на вас надо орать матом, дебилы, блядь. Короче, все, всем пока, хорошего рейда, я не буду портить все нервы. Где ты, танк? Ты ливнул посреди рейда.
среди боя. Утроп, забирай босса. Слышишь? Забирай босса. Кай, мы все равно не убьем без танка. Значит, все глыбы на второй фазе будут под босс. И ты будешь поворачивать на каждой глыбе, ну, через одну, и скидывать. За глыбой будем ровно стоять, вправо-влево никто не выносит. Сейчас метки вниз спустили. Дыхание через глыбу не бьет. На мне метка. Где на тебе, ту метку разбейте. Пиши там в белый чат, чтобы увидели, какая твоя метка. WhatsApp, говори, куда падает. Слева. Ну, Синдра просто будет за глыбу постоянно заходить. Она не будет заходить, она сейчас этого не делает. Окей. Только разбейте так, чтобы не сразу упал. Разбейте, у него ревностный. Нет, нет, ревностный же прохлоп. Все нормально, разбили. Приземляется Синдра, все глыбы разбиваем. Сильнее. После... Захилили рейд, давайте, Рос. На второй фазе никто не стакает, без исключений. Джерри, не Джерри. Ровно будете стоять. Сейчас покажу, как ставить мет. Вот, на звезду обратили внимание. Вот так метки будете ставить. Все под босса. Велики будете бить только метку. Приготовились, фаза. Беги, малышка, беги! Спешали, и фаза началась. За первой же меткой скидываешь стаки. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Так, смотрим метка. Метка под босса Лазипанка. Сразу поворачиваешь Синдру. Все стройте в квадрате, чтобы у вас дыхание... Рекорд. Поворачивай. За глыбу вставай. За глыбу. Вот. Стаки скинутся и поворачивай обратно. Стойте ровно за глыбой, дыхание через глыбу не убьет. Метка под босса, поворачивай. Метка под босса, милики ушли. Ушли милики, все ушли оттуда, бьем. Ни хрена не скинулась, вон. Метку нормально еще. На третий скинешь. Под конец каста. Разбили метку, огнежок под босса, огнежок под босса. Приготовься поворачивать, рейд. Поворачивать. Милики ушли, огнежок. Сука, ты вставай нормально под босса. Разбили две глыбы, все эти глыбы разбивай. Нормально сбросили. Все, разбили глыбы. В сторону отнеси сейчас. В сторону. Вот тут стой. Не беги к стене там. Стой на месте. Вот, захиливай. Метку под босса сейчас. Метку слева разбили все. РДД играем метку. Метка под босса, скидывай стаки. Велики свалили оттуда, я сказал вам. И готовься. Вот, давай, скидывай. Дыхание не убьет, если вы будете за глыбы стоять. Глыбу бейте. Разбили. Следующая также под босса. У Ивери под босса. Где он? Все, отлично. На этой тоже можешь скидывать. Разбили метку. Не буду. Смотри на следующий скин. Все, Уивер тучку отдал, остальные убежали. Нормально, отдал тучку. Тучку не отдал, блять. Под босса неси смарткил, скидывай стаки сейчас утром. До берсы 5 минут, не очкуйте, делайте все ровно, блядь. Не дамажьте лишнюю хуйню, не делайте. Разбили глыбу, скинул стаки, поворачивай. Метку под босс. Лень под босс. Разбили. Метку сейчас под босса приготовь. Антисептик под босса, скидывай стаки сейчас утром, приготовься. Скидывай стаки, скидывай. За глыбой стоим, рейд, захиливаемся. Себя хилим, блядь. Разбили глыбу. Поворачивай, уходи. Лень остался, лень остался. Милики ушли, милики свалили, лень остался. Так, сейчас будет притяжка до половины только глыбу. ШП встанет нормально. Дядь Джерри.
До половины, пожалуйста, глыбу бейте, не разбейте раньше времени. Под конец каста разбейте, разбили. Смарт-килл под босса. Стаки сейчас будешь скидывать у троп. Ушел лень. Ушли все. Скидывай стаки у троп. Скидывай, разбивайте глыбу. Рано разбили, не спросим. МКН под босса, велики ушли, блядь. Сейчас буду сбрасывать опять. Сбрасывай. Разбивайте. Сейчас не разбивайте, подождите. Все, разбивайте. Разбивайте, поворачивай. Следующая под босса, захилим рейд. Захилили рейд. До берсы 2 минуты, не делайте хуйни. Задувал под босса. Нет, я не добегу. Сука, ты обкурился, развернулись, РДД, разбили метку. Следующая под босса обязательно, нахуй. Не дамажьте, сейчас стопните дамаг, блять, вы сейчас сдохнете. Гимн на ХП, отдай МКН. Неси под босса, минилтор гимн на ХП. Гимны на ХП все отдали. Блять, сука, одну метку в сторону несли, вы нахуй упали. Блять, вы никогда не слушаете, блять. Отбегайте, захиливаем как можем сейчас. Несу под босса. Нет, упали. Вот вы объясните, блядь, задувалы нахуй всякие. Почему вы, блядь, несете в сторону? За почему вы выносите какую-то хуйню, когда я говорю все под босса, блядь? У вас что, с мозгами не в порядке, блядь? Вы видите, мы в одного танка, блядь. 2 минуты до берсы, вы вайпаете рейд на 4 миллионах боссов, блядь. Короче, синдром одного танка можно убивать. Можно ее в одного танка убивать, сука. Вы хлопаете дохуя. Сейчас в 6 хилов пойдем. Давайте, кто там хочет в гильдии, кто в РК хочет в рейд. 2 слота. Танк нужен. Кто? Это чего? Чего этот ливнул? Коноп. Танк на втором ему не понравилось, что кто-то там что-то настакал, он сказал, все, что с вами дебилами кейли. Если что. Я сейчас сидел, блять, охуевал просто. Красава, почти. Да, блядь, потому что, ну, люди не понимают. Джерри, он третий по хлопкам ДД, блядь. Спасибо тебе, Джерри, он, блядь. На хас вибнул, на себя. Антисептик это кто? Ну это пук или? Чат какой-то. Пук. Я не смотрел шмот, конечно, но хилит очень слабо. Ну, не знаю, ну вообще это. Ну да, подъехали. Ну это нормально, Эрдру, на синдре больше хилит. Я понять не могу, почему 3 хила без освобожденки не могут захилить рейд. Хотя 1 хил захиливает рейд без освобожденки. Ну что они мобы. Давайте зовем кого-то. Мы все до конца убьем, так что можете не переживать. Ну, я бы ДК зашел, Слава, если что там. Че, если смотри, челик пишет без РЛ, бля. Ты знаешь, что тут в рейде 3 или 4 РЛ еще есть? Ой, да я курну 2 минуты, пока добираешь. Что, перерыв опять можно? Иди, зайка, а то запаришь. Напишите там в рюмочном, может кто зайдет. Вот, я тоже тогда на пару минут покурю. Блять, у кого там че клацает? Шанан, блять, я тебя сейчас второй раз выгоню с РК, блять. Ты чавкаешь что-то там, выключи нахуй голос, блять, хуйню эту всю выключи, слышат все. Ой, бля, у меня свободный режим стоит, это я с МК еще общался, извиняюсь. Тут мне еще как-то неловко стало.
Не могу пригласить члена другой группы. Васап, ты зашел? Ну, так ты добирай, а там будет видно. Так, что у нас по ДПСу? Блять. Слышь, Джерри, он ТВРК? А? Это самое, у тебя холиприст есть? Ну, может, ты похилишь, я зайду на танка. Чтобы паладины у нас остались в рейде. Асала. Ну, это только на Синдре надо будет сейчас, чтобы не упал никто. Слышишь? Да какая сова, блядь, Элем у вас есть. Вы чё, блядь, обкурились? Всё, похилишь Синдру. Я зайду на БДК. Анти останется боликом. 6 хилов будете. Так, я зайду сейчас. Снежку перекидаем. Тару кто? Сова у меня, да? Или кто? Кот? Кот. Кот он. Так, я зайду в ВДК. Два слота. Только у вас гильдии там людей было, что вы решили с начатом пойти? 20. Рюмочный там отпишите, может кто зайдет. Я написал. Есть у кого ледяная ткань 4 штуки? И когда 35 кого ты дашь? Есть. Можно а 4 штуки вот ткань? А кто, кстати, там остакал? Да хуя. Самохилы по своим у нас дамажат. Тут хан 6-1 просится. Самохилы, ладно. Им можно там немного ставить, все-таки рейд, а я имею в виду из РДшников, кто там. Или он из-за этого его начал там бомбить, из-за того, что хилы ставили. Хилы и прист какой-то под, не, под ником менял.
комбо-трога 6,5. Блять, так я БДК уже был. Угадайте, кем я зайду, блять. Мишкой. А, нет, я не был БДК, я был рогой. Мишка, все правильно, все хорошо. Пишу CLK25G, Синдра, Лич, Кровь. Это самое, плюс, плюс, плюс. Мне пишет ОК или Х. Блять, наверное, Г буква после 25 ни о чем не говорит. Ты заходи пока на БДК, я подпишу в чат. Я понял теперь. Сначала нужно выбрать цель. Сейчас хан какой-то 6-1 зайдет. Послушай. Да, он мне и отписывал. Рампейдж, который...
мага, прист, ТВРК. Магаприз, заходи. Он писал что-то? Нет. А есть он в РК, посмотрите. По-моему, нет. 23 нас. Это ДЦ был, если что. Тару, у тебя бревно есть? Да. Всем привет, ребят. Спекай себе бревно. Я кота взял. Сумоним. Кушайте рыбу. Еще раз РК, все заходите, кушайте рыбу. Хилы, значит, пятая пати. И Тару, Эрдру, у вас 6 хилов. Очень сильно хилим рейд, не стакаем ничего. Танки не должны упасть. Так, чек на присутствие на РК. Это Таплбокс, подходи. Кот, ты в РК чудесный, саммонинг. Всем привет. Привет, ты кот? Да, да. Давай, принимай готовность. Дали фулбаку. Кого новые взяли, новых кого взяли, напишите на кого в ролике, если не на свой спек. Осторожно, не спульте пока. Смотрите, значит, у троп каски, если что, дает антикулаки. Ребят, главный танк кто? Что? Главный танк кто? Я, РЛ. Войд. Лут стоит, значит, чек на пул. Приготовились. Друида, мол, Женя, приеду уже, давайте. Принимайте готовность, сейчас начнем. Паладин, все, спускаемся вниз. Встали в точку. На второй фазе то же самое, все под босса. Когда Геру скажу, все глыбы будете разбивать. Милики, не бьете босса, блядь. Не замораживайтесь лишнее. Бьете только глыбы. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсвола унесут ваши души! Любая смерть минус 100 кров. Тяжко, смотрите внимательно. Беги, малышка, беги! Готовьтесь. Сейчас 6 меток. Давай. 6 меток встали внизу. Друг от друга раньше словите. Метки до 50% разбиваем. Как 50% будет, стопаете по ним урон. Спрятались слева без копат. Спрятались. НКН, как дела у тебя? Ты здесь, в РК? Спрятались. НКН, это ж ником, да? Нет. Тару поднимешь НКН после посадки босса. Последняя глыба. Разбили глыбы все.
Тару, поднимай НКР. Я пока в глыбе. Как разобьют? Куда вы бьете Хиндру, если глыбы стоят, блядь? Успокойтесь. Он другой поднимет у меня освобожденка. Кот, подними НКР. Секунду. Давайте побыстрее, притяжка 5 секунд. Зафильд его сразу. Беги, малышка, беги! Знатно хлопаете, я смотрю, Рога. Бьем бот. Милик, если у вас дефов нет, 4 стака и стопаете. Не умирайте. Приготовьте сейчас вперед. Давай. Угу. 6 меток внизу рассредоточили. Словили рейндж друг от друга. Не бегите, куча геев. Друг от друга рейндж. Вот, отлично. Спрятались до половины ТП, разбили метки. До половины. На 50% метки свичаемся в ту, который больше ТП. Справа близко падает еще одна. Слева близко перешли. И последняя глыба падает. Близко справа. И готовьтесь метки разбить. Разбили метки. Метки быстрее. Метки быстрее. Геру даем. Дали Геру, дамажи. Переводим. Третий взлет быть не должен. Милики, не стакайте, 10 стаков не надо делать. То вы умрете. Роги, если почти не есть, можете скин. Притяжка смотреть. Беги, малышка, беги! Бежать. Напоминаю, любая смерть минус 100 крова. Сейчас будет фаза 1%. Все глыбы под босс. Показывал, как ставить. Милики, бьете только глыб. Все стоите в одной точке. Первая под босса и сразу разбит. Лок под босса и сразу разбит. Сразу скинешь, сразу милик. Ты знаешь. Я на следующий буду иметь. Как хочешь. Сейчас метка под босса будет притяжка. Притяжка, внимание. Глыбы подбивайте аккуратно. Сейчас раньше времени не разбейте. Следующая под босса и сразу разбить. Задувал под босса и сразу разбить. Милики ушли. Сразу разбить. Сильно. Чем быстрее вы разобьете глыбы, тем быстрее мы будем бить босса, тем быстрее его убьем. Под босса и сразу разбить. А, давай, под босса, милики свалили. Не стойте ни одной секунды лишней. Разбили сразу. И мне. Сейчас метка под босса. Внимание, рэмпейдж под босса. Милики ушли. Он какой маленький. Так. Разбили сразу. Разбили сильно. Сильнее разбили. Очень быстро. Следующая под босса будет притяжка. Не умри. Чего троба? Ушли, милики. Не морозься. Так, притяжка, не бьем глыб. Притяжка, не бьем глыб. До половины ее подбивайте, РДД, аккуратно. Притяжка, осторожно. До половины, до 30%. Подбивайте. Все, разбили глыбу. Под босса крик и разбить сразу. Под босса крик. Милики свалили. Бегайте, только бить глыбы. Так, иду. Разбили сразу. Разбили сразу. Разбили быстрее. Следующий подвоз и сразу разбить.
блок под босса и сразу разбить глыбу. Где он? Внимание. Разбили быстро. Следующая под босса и сразу разбили. А, давай под боссом или крышки. Отлично. Разбили сразу. И последняя, сейчас следующая глыба под босса будет притяжка. Сейчас под босса глыба, последняя. Вторую под босса, сейчас будет притяжка. Внимательно. Ушли все от него. Вот, до половины бьем его и будет скидывать. До половины подбиваем аккуратно, притяжку. Беги, малышка, беги! Вот, подбивайте до 20% глыбу. Подбивайте глыбу, следующая в сторону и фулл дд в босса. Задувал в сторону, кто там? И фулл дд в босса, фулл дд в босса. Последний раз меняй, больше не меняй меня, все, где вы едете? Давай, сакру, гимн на хп и так далее. Все, сейчас пойдем на кровь или... Осколки ною? Ну да. Разбейте. Талисман на мейн спек. У, 3 не падает в этом рейде. Пиздец, блин. Так. Уивер. Завоеватель, ролл кидайте. Сейчас я в РК голос поставлю после разрола. Пойдем дальше. Идите к трэшу на совет уже. Так, идите к трэшу, сейчас я подойду.